В очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана ветераны вооруженных сил России встречаются со школьниками, чтобы донести до них правду о том суровом времени, о настоящем мужестве воинов-интернационалистов, исполнивших свой воинский долг. Уроки мужества состоялись во многих школах. Мы побывали на одном из них, в школе номер 8 поселка Садового прибрежного сельского поселения. Для учащихся его провел ветеран вооруженных сил, полковник в отставке Сергей Овечкин. Его представил ребятам директор образовательного учреждения. Сегодня 33 года со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. Сегодня у нас в гостях полковник в отставке Овечкин Сергей Леонидович. Он вам поведает об этих событиях. Он рассказал также о роли героя Советского Союза, командующего 40-й армией в 1989 году Бориса Громова в организации и выводе советских войск из Афганистана. Учащиеся с большим интересом выслушали рассказ Сергея Овечкина о мужестве и воинской доблести наших солдат и офицеров, которые выполнили свой долг в выжженных солнцем афганских степях и горах. Все они пример верности присяге, стойкости и героизма. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».